Приветствую всех на нашем канале. Доброе утро. Мы сегодня с Вакаем приехали в село Каймары. Здесь очень красивый живописный вид, холмы. А летом мы тут собираем ягоду. И сейчас просто приехала в незнакомое для Вакая место, чтобы он немножечко заинтересовался. Чуть позже расскажу интересные факты про это село. Покажу вам храм, который здесь есть, который восстанавливается. Расскажу о нем и покажу, подъедем к нему. Ищи. Ищи давай. Ищи давай. Кто там? Иди ко мне сюда. Ко мне, Вака. Бог ты мой. Стоять. Ну, ё-моё, а, посмотрите, нацеплял. Красота в деревне. Сейчас нацепляет колючек на себя, придется его потом вычесывать. Ну, в любом случае, у нас через 10 дней первый племенной смотр. Кто не знает, это мероприятие, определяющее соответствие породы. Будущее размножение. Без такого сертификата в будущем мы не сможем вязать нашего кобелечка, если придется. Все, что происходит на племенном осмотре, это характеристики пород собак в сравнении со стандартами. Скорее всего, пока выйдет это видео, мы уже на этот племенной смотр сходим. Здесь в колючках стоять. Стоять. Смотрите. Ой, просто. Вака, на меня посмотри. А, Вака. Вон он. Сейчас чистила его от колючек. И одного клеща сняла. Хоть и трава уже такая жухлая. И ночами у нас до 4. Все еще клещи, конечно, есть. Мы немножко тут в горку идем. Ну, конечно, плохо видно. Там у нас в полях уже, наверное, мышей ловит. Постоянно ловит их. Научился уже профессионал. Кто там, Вак? Кого ты там ловишь? Мы сейчас наткнулись на стаю птиц, которая, видимо, в траве сидела. Я аж прям напугалась, ребят. Такой шум. Какие-то такие крупные птички. И Вака тут тоже покой потерял. А я как раз не снимала в этот момент. И что-то засмотрелась в сторону. Они, видимо, не ожидали, что тут кто-то придет. Я его тут зову, а он уже вон где с поля прибежал откуда-то. Ой, ребята, это просто вообще. Вот он всю площадь анализирует, бегает. Пока я тут иду, разговариваю, у него работа кипит. Охотник же. Мне кажется, он где-то вот здесь, а он вообще прибегает с другой стороны, еще и так издалека. Вот.
Особенно если это незнакомое место, а это незнакомое место сегодня, он все обшарить должен. Здесь, конечно, красота, косогорчики такие. Бежал только в туалет. Красота. Мы уже поле обошли, ребята, вспаханное. Дофига километров уже прошли. Вот она радость вся в колючках пришла. Так, весь. Пока и там где-то впереди. Охотится вовсю. Глянет, что я иду, и дальше. Такой вот охотник. А как тут не останавливаться? Такая красота. Сейчас попала ему, наругала его. Я сижу уже, наверное, минут 10. А он все бегает, ищет мышей своих. Хозяйку в упор не видит. Сказала сидеть и ждать. Ко мне! Все, молодец. Рядом. Рядом. Рядом, сказал. Вот, мы уже все оставшееся время идем до машины рядом. Без поводка. Я его даже не брала из машины, честно говоря. Все он слушает, все он понимает. Когда есть жесткий характер. А что значит жесткий характер? Бакай, рядом. Это когда ты спокойно, своим упорством, твердостью добиваешься желаемого эффекта от собаки. Вот для меня это жесткий характер. Это не значит, ты взяла кнут и замахиваешься. Это не жесткий, это слабый характер. Ко мне, Вака. Рядом, я сказала. А жесткий именно вот когда ты ни при каких условиях не ведешься на собакиные капризы. То есть он должен понимать, кто главный в наших отношениях. Он это знает. Я ему уже это дала понять. У него ко мне уважение. Я его не пугаю, я не замахиваюсь, я его не бью. Ну, может, было раз такое, но это на самом деле абсолютно недейственный способ. Это слабость характера, это наш выход, когда у нас не получается. И для собаки это, ну, абсолютно... Не будет он уважать такого хозяина, тем более слушать. Да, и меня он не слушает, бывает у него, но это характер. Вы посмотрите, он подросток, ему надо бегать, ему надо там мышей ловить. У него тут мир, птицы, вон, видите, летают. А я его тут воспитываю. Ну, я ему дала выбегаться, а теперь я его воспитываю. И он идет и слушает. А иначе мой жесткий характер будет добиваться все равно своего. Вот. Хорошо, что восстанавливают, красивый. Такой вегетарианский стиль. Мне очень нравится.